дождались, сколько людей нас. Трамбуемся. Скажите, пожалуйста, вы будете отъезжать? Нет, мы только приехали. Так вот. Наши постоянные помощники молодцы. Всегда преданно прям ждут, приезжают. Молодцы. Да. Вот тазики. Сейчас меня задавят. Да, спасибо вам большое, да. Спасибо, что приехали, что дождались. Приезжайте всегда, вы наши постоянные помощники. Никогда не пропускаете. Спасибо вам большое. Спасибо, приезжайте. Спасибо, что вы нашли время приехать в такую жару. Да, вообще, да, все люди, которые приехали, это потрясающе просто. Да, просто героизм. 30, конечно, уже, да. 33 градуса, дышать нечем. Каждые выходные, вернее, каждое воскресенье приезжают практически одни и те же. Ну, потому что одни не скажи, новые почти прибавляются. Нет, бывают новые, но почти полные бывают. У нас. Ой, тогда вам новых помощников. Вот сегодня неравнодушных людей побольше. Спасибо большое. Спасибо. Ну, сегодня просто праздничный, да, урожай, потому что привезли сетки. Да, самое главное, что сетки. И этот самый затенитель, как еще там антенна больших 3х6, прям огромных. Военный какой-то. Так пишется свои, да? Да, вообще. Да. Ну, вот видите, сколько сеток защитных. И вот эти сетки ведра, тазики оцинкованные. Надумала, да, это то, что надо. Плескаться. Нет, почему? Они наверху. Ну, есть такие особо одаренные, кто залазит на будку и срывает их. Есть. Но это единицы. Блин, везде ливень, а у нас
Ну, капает. Ну, не мили. Капает. Ну, собаки довольны. Yeah.